Ну, сейчас я пробел нажму, и такая жопа будет. Ха-ха! Едеть. Разорвали просто. Ха-ха-ха! Хорош. Паузу. А представляете, вот с точки зрения вот этого монстра, что произошло? За секунду просто такой объем это, урона вылетел, просто все стерто. Взорвалось, блин. Ух ты, нифига. И одежда сразу потрепалась, как удобно. Ты имеешь полное право на передышку. Подожди, я и правда хочу вернуться домой, но я не буду отдыхать, пока не узнаю больше о том, что происходит с моим миром. Вот, ты чувствуешь ответственность за судьбу мира? У меня просто вариантов не было ответа другого. Отлично. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной кучки. Да, GT-6 часть, и прошлой серии мы дошли до телепорта там, да, по квестам. И, ну, нашли там какого-то этого хаку. И, в принципе, специально нашли телепорт, чтобы можно было потом вернуться и продолжить там изыскание. Но сейчас давайте вернемся в, по-моему, северное. Блин, как же это тут, какая же тут тупорылая карта, это просто кошмар. Ой, так, ритуальный лагерь Хаку. Пещеры спокойствия. Вот, по-моему, куда-то нам туда надо. По-моему, сюда надо. Ритуальный лагерь Хаку. Блин, карта отстой, вообще кошмар. Ни черта непонятно. Все вместе, все ребит. Где какие там, хоть бы, не знаю, просто хотя бы пути, знаете, были бы примерно. Чтобы можно... Вот, нет, нифига не угадал. Блин, дебилизм. Или угадал? Нет, не угадал. Так, боже ты мой. А, вот, святыня эльфов. По-моему, сюда. По-моему, святыня эльфов надо. Блин, такая дурацкая. Да, в прошлой серии мы купили метательно нашей девчули, зачаровали его. И давайте позырим, как она себя будет. Ой, нет, опять я опять промахнулся. Вот-вот я про это и говорил. Так, западные, давай западные. Ой, боже, блин, какой же дебил делал карту. Что-то вторую игру подряд не везет с картами. Просто кошмар. Даже в первой части и то карта была получше, блин, чем тут. Вот такая бы карта, вот, была бы только, этот самый, увеличенная. Все, блин, пипец. Ладно, давай попробуем. Ой, хорошо такая. А неплохо сандалит, скажу я вам. Сандалит, мама, не горюй, ничего себе. Где-то. Да, видимо, эти 8 левела, то есть они вместе с нами не растут, я так понимаю, да? То есть они как были 8 левела, так и остались. Ну ладно, нам вот сюда надо. Так, где там? Где там, кто там? Там-то кто-то будет? Да, кто-то есть. Ну, давай. 29-34. Очень достойно, обалдеть. Очень достойно. Так, с призраками пока мы не алё. Так, все эти, все призывают. Все отлично, погнали. Да, кстати. А, ну, блин, наверное, не хватает ему этому нашему барбалею. Подхил. Уходи. Это витамин с посланием к верховному жрецу Хаку. Открой дверь. От верховного жреца? Узурпатор тоже есть для него послание. А, понятно. Тупо драка, да? Ну, давай, выходите. Вот и все послание. А босс-то, вот, босс-то качалки будет. Да, вот босс качалки, кстати говоря. Блин, ну ладно. У нас этот придурок. Вот чего ты стоишь-то, крыса? Он стоит, хилит, я не могу. Он стоит и хилит. На, за него играть нафиг. Он стоит и хилит, крыса. Хоть отбирай хилку у него, реально. Все, отлично. Так, что у нас тут есть? Вот тут что-то вроде есть. А, ну бочка есть. Хороший топор. Так, вроде
Ну нет, вроде бы ничего нет. Так, ну и все тогда, да, получается. Получается, мы нашли этот. Или что нам там обратно надо почитать? Кому чего вести-то? Вот. Вернитесь с доказательством в вашей истории Хесли и Мурения. Лазарет находится так, это мы все знаем. Окей. Это мы все знаем. Давайте тогда, наверное, ломанем сразу. Так, подожди. Лорейник этой. И потом получается обратно. Все у нас вроде как по этой квесты закончились. Вроде больше нету. Единственное, только с молотком бы еще неплохо решить. И надо было бы, наверное, по этим. Да-да-да, сейчас бегаем кое-куда. Так, вот туда. Подожди, лазарет у нас где? Вот здесь вот лазарет. Терраса маги, вот она, вот тут. Это мы не сделали, это у нас... Блин, а что там? Почему этот горит, интересно? Мы же вроде все закончили. Вот это квест, что горит он? Там надо было, по-моему, этот самый с водой. В го зайдем? Что это за фигня? Почему мы можем с ней поговорить? Да и с этой горит. Давай-ка с этой тоже поговорим. Может, я что-то там не этот самый не понял? Может, давно уже пора квест сдать там на... Вряд ли, конечно. Ну да. Пожалуйста, найди для меня какой-нибудь сувенир. Да у меня пивас есть, но что-то ты не хочешь его брать. Кстати. 185, 59. 159. Кража здоровья. Сопротивление огню. Ну, тут шил на мыло, короче. Но двух призвать нельзя, поэтому ладно. Так, а... О, нифига себе, арбалет. Слушайте, а может пиво надо обязательно, чтобы тот, кто говорит... Пожалуйста, найди для меня какой-нибудь... Да иди ты в задницу, зуэльфийский эльды, не хочешь, что ли? Так, по-моему, У. Нет, не У. Игрок. О, Игрок, да. У и Игрок. Why, или как там? По-американски-то. Why? Чтобы хп и эти врубить. Так, ну-ка, ты что ему расскажешь? Вот все равно подсвечиваться-то, посмотри. Может, что тут слямзить можно? Что такое? Почему? Почему? Древние эльфы были талантливыми ремесленниками. Их изделия... Я понял, блин, это внизу, это торговец с этими, с каких, блин, с этими волками, да господи, вот идиот. Это не это, не клуша сверху, а мымра снизу, точно, блин, пипец. Ну ладно. Вот она. Спасибо за помощь. Из всех тварей, с которыми я имела дело, синие волки самые свирепые. Они очень плохо поддаются дрессировке. Но уж если их приручить, то надежнее друга не найдешь. Сохранится. Редкий хороший лук. Ну что за дела? А ты можешь продать? Снова тут? Я теперь еще и... Ага. Блин, всегда его покупал, боевого волка. Пипец, вот зачем, да? Хотя можно было бы вот какой-нибудь скорпиона. Вот интересно, вот разница. Вот ты сразу видишь, что вот это дороже, значит он лучше. Пипец. Как-то, не знаю, несправедливо, что ли. Так, где там хороший лук? А кто лук сбондил? А, вот это, наверное. Требуется дальний бой 6. Ну, как это? Какая? Фу-фу-фу. Так, ладно, го в лазарет. Нам надо вон туда, да. Вот, и потом надо будет еще в первую локацию сгонять, чтобы там открыть этот сокровищницу. У нас вроде теперь все должны подпадать под... Фига себе, протальнулся. Под необходимые нам эти... Как правильно назвать-то? Характеристики? Запросы? Вот, все четыре двери должны были открыть. И еще где-то было... В каком-то еще под... А, в эльфийское святилище назад надо было. Да-да-да-да-да. Там, кстати, портал, наверное, специально сделан. Туда. Сейчас надо по всем, потому что... обратно убежим и все, больше туда никогда не вернемся, забудем и все будет. Рада видеть тебя снова. Поговори с Хеслой, если у тебя есть какие-то... Боже мой, я думал, это ты, а где так вопрос горит? Это ты? Пожалуйста, скажи мне, что Хрон и его грязный папаша мертвы. Так, я и правда убил одного жреца Хаку, но это не тот, о ком ты говоришь. Что? Еще один жрец? Объяснись.
Танзи оказалась права, за недавними атаками стояла небольшая группа Хаку. Основная масса Хаку была этим страшно возмущена. Они хотят жить с вами в мире. Я разделался с узурпатором и его приспешниками. Можешь не волноваться, Хаку больше не опасно. Вот тебе доказательство. Это было на голове у негодяя, который похитил твою дочь. Видишь, мама, не надо было так спешить с обвинениями. Хрон спас мне жизнь. Теперь хоть ты мне веришь? Любопытно. Это очень похоже на то, что говорила Танзи. Я не поверила ей, но ведь у меня были причины не верить. В любом случае, это очень необычная история. А теперь ты тоже говоришь о Хаку, которые могут вести себя достойно. В обмен на этот головной убор и за твою честность, возьми, пожалуйста, вот эту особую награду. Я многому от тебя научилась и многим тебе обязана. Благодарю вас, леди, я был рад помочь. Опа, нифига квестов-то. Ой, квестов этих-то. Так, перчатки какие-то сюда. Опыт это нам надавали, с ума сойти. Так, ну что, тут естественно 1%, 56, 59, ну да. Все в щиты. Так, здесь. Я уже даже, честно сказать, про мощь проклятий-то задумываюсь. Йокардебабай. Так-то было бы неплохо. Неплохо. Этому Бармалею, знаете, в чем будем? А вот интересно. Слушайте, мы же его можем еще призывалку запихнуть к нему. У него и его, наверное, прокачивать вот в эту потом штуку. Мощь, жизнь вызванных созданий. Офигеть. Точнее, подожди, да, вот сюда. Урон вызванных. Вот эту ветку ему прокачивать. Вообще, мне кажется, отлично будет, да? Вот это прикол. Когда вот здесь вот доберем уже до 30, тогда уже норм будет. Окей, хорошая идея. Так, так, подожди. Что ты хотел сделать-то? Забыл, прокачаться. Так, боевая магия. Сколько у нас здесь? Вот, здесь пошел по 3% уже давать, да? Здесь по 4. Мана у нас, ну, кстати, мана-то тоже неплохо, 8%. Скорость заклинания плюс 3, сила магии плюс 3. На 36-й, ну, хотел сказать, не так много. Блин, так-то мана, давай ману, наверное. Мана тоже пригодится, прям вообще. Так, этот лоботряс, стрелялка наша, давай, наверное, тогда получается скорость метания. Давай, все, решили, метание ее. Посмотрим. Так, здесь, естественно, хилку, все, отлично. Так, все отлично, погнали. А, получается, что? Получается, у нас квесты эти все выполнены. Задание. Мазь какая-то. Собери 4 пучка крапива, дайте ее волшебнице. Кстати говоря, можно сейчас сразу попробовать перекупить. Может, лоботряса этого есть. Так, принести лайн, напоминаем, анал, это представление не имею. Так, это нам, наверное, еще предстоит. Ага, так, кузнец. И тайный храм Аксерии какого-то. Ладно, все, вроде как с квестами более-менее плюс-минус закончили. Давайте сейчас, знаете что? Ой-ой-ой, вот сюда пройдем. Давайте попробуем поискать этого лоботряса с кристалликом зеленым. Крапиву, нам две штучки бы надо все купить. Вот, и квест мы, по крайней мере, уже выполним. На зачарование оружия этого. Вот. А она стоит, я не думаю, что сильно прям вообще. Ну, правда, возможно. Крапива это... Ой, смотрите, какое. Тут еще и не был. Ро! И этот крапива, может быть, еще и не продается у него. Пес его знает. Вот так. Ну, кстати, призыв-то надо бы. А что там для призыва надо, кстати говоря, ему? Так он может призывать, получается? Давай ему отдадим какого-нибудь вот этого. А, давай вот этого же. О, он может, смотри. Чпо. О! А, все-таки бафы-то, смотрите, можно. Отлично, ну слади, господи. Блин, я уже думал, все, несколько бафов и гг. А видите, призывной перекинулся направо. Значит, можно. Отлично. Все, у нас теперь вообще бригада, смотри. А лучница ведь у нас тоже качается. Ей тоже можно дать питомца. Обалдеть, сейчас лучница еще питомца зафигарим. Точно, офигеть. У нас сейчас питомцев-то будет. А, ее нельзя, да, боевая магия 14 у нее. 11. Так, 6 вообще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну ладно. Пока отбой тогда. Кстати говоря, наверное, можно нашего отдать.
Боевой магии 9. Ну да. Да. Ладно, пока так оставим. Ну, неплохо, уже неплохо. Так, вот. Главное не кликнуть. Вот у этого лоботряса сейчас посмотрим крапиву. Две штучки нам надо. Добро пожаловать. Да, я понял тебя. Вот, одна есть. 135. Так, одна есть. Что тут еще у него есть? Только стик выстрелом. Так, ну это нам уже не надо. А у тебя чудесным образом какие-то не поменятся, если я вот сейчас обратно ломанусь. И сейчас обратно. Давай проверим. Если поменяться, хотя бы сразу крапиву эту всю сделать, блин. Было бы здорово. Ну-ка давай, не подведи. Так, ну-ка. Хоть бы у нее там опять крапива появилась. Хочешь взглянуть? Да, очень хочу. Блин, не обновилась, походу, да? Ладно, окей. Все, все напризывали. Давайте, наверное, тогда вернемся в самое начало. По-моему, нет, не здесь. И не здесь. А, нет, здесь. Вот сюда. Там у нас в самом начале было как раз-таки все четыре стихии. Давай сейчас их быстренько откроем. Пипец, у нас призывных-то уже. Вот это бригада, я понимаю. Обалдеть. Классно, когда прокачиваешь несколько. То есть, получается, призывы, дебафы, например, нараскидывал, и все. Дебафы идеально будут заходить. То есть один раз киданул, и все, дальше этот фигаришь. Ой, чё, мана, смотри. А хорошо. Так, нам вот сюда надо для начала обязательно. Обязательно! Таинственный чат. Серебряное кольцо сюда. Во-во-во, вот я про это говорил. Ну-ка. Че они там все так растянулись? Боже мой. Тупицы. Ну так чего? Вот-вот-вот-вот-вот. Так, это получается сюда. Ебой. Так, милишка тоже сейчас, мне кажется, прокачается. Хорош. Так, ну давай, не опозорь. Хорош. Все. Исключительно броня какая-то. Замечательно. Пока не поздно. Пока не поздно. Лучше сразу это все забрать. Потому что вряд ли я сюда вернусь, так скажем. А прикинь, кто там мужику тут стоять денно и ночно. Вот он обосрался, наверное. Так, какой-то амулет. Ловкости, броне, устойчивости к огню. Требования 8. Неплохо. Интеллект, ловкость, броня. Так, у кого у нас? Интеллект, ловкость, броня. Ну, ей, наверное, да? 4 к мане, да. Давай, ее постоянно бьют. Ее постоянно бьют, поэтому... О, руки олигарха. Нифига себе. Так, сюда. Так, свободитель ласки. Стоим броню, броня. Ну, броня отстойна, конечно. 4 к броне, 9 к здоровью. Вообще ни о чем. Просто караул кошмар. Так, а вот перчаточки, это неплохо. Так, давайте. Да, тут все на защиту. А вот этот у нас будет уже и сетик еще. Чпоньк. 5 ловкости, стойкости и максимальному урону стрельбы. 19-30. А, вот растет, смотри. Или не растет. Сколько он добавляет? 4 к максималке, 48. Если мы так одеваем, 42 реально добавляет. То есть получается 42 плюс 6, да? Максимальный урон. То есть получается тоже работает. Хорошо. Так. Здесь у нас супер сет, потом все оставляем. Ну все. Так, все, с этим закончили, отлично. Погнали отсюда. Сейчас надо в святилище. Зайти в святилище эльфов и немножко пройти. Там тоже одна была стена. И тогда точно мы все сделаем. И тогда уже можно было дальше изучать. Вот это круто. Все эти подчистили. Еще останутся потом призраки. По призракам тоже надо будет пробежаться. Вот, я два помню, где я. Вот еще один, третий не помню. Так, где-то у нас здесь было святилище. Вот, святилище эльфов. И оттуда...
если мне, я правильно помню, там буквально пройти немножко что-то назад, и будет дверь с природной магией, которую мы не смогли открыть. Где-то вот здесь. Тут никого не будет. Вот где-то, где-то вот здесь. Вон она. Ха-ха-ха, чё, ты уже забыл про тебя, что ли? Ах, хрен тебе лысого. Сейчас все откроем. Ой-ой-ой, я порталом стреляю, я понял. Так. Ну, как они там мерзко кряхтят. Отлично. Так, забираем. Это я заберу. Так, ну и все вроде. Да. Так, что-то забрала сапоги какие-то. 10, 4 регенерации маны. Но это есть только витамину. 4 регенерации маны. А, Natural Magic, я понял. А этому лоботрясу. Не подойдут у него. Шанс в расфанта. При ударе врага. Отражаться врагу нет, у него получше. Ладно, все тогда. Обратно тогда чешем. А где бабуля? Что такое? А, блин, я не того урол. Все, продолжаем дальше изучать там эту степь, да, в которой мы там облудили. Вроде отлично. Сейчас мне нравится то, что лукари у нас теперь стреляют, пап, прям мам не горюй. И вот жутко мне хотелось в этот попробовать его как раз таки в... Так, вот, да, в долину. Жутко хотелось попробовать его как раз таки в метательно, пипец. Не, все за лукаря проходило. Сейчас с метальным интересно даже прям. Жутко-жутко. Так, и кстати говоря, надо поменять вот на эту. Во. Так. Мы пришли оттуда. Ва. И там какие-то... Ага, вот тут еще что-то есть. Давайте, наверное, сначала посмотрим тут за куток. Да опять порталом стреляю. Да что такое? Нифига себе мне вредили. Блин, что так ее бьют, пипец. Такое ощущение, как будто она этот милишником, короче, стала, блин, подбегать там вплотную, начинать бить. Вот тут надо посмотреть еще. Так. Вот тут, я не помню, мы спускались или, по-моему, нет. Да-да-да, мы тут еще не спускались, отлично. Так, давайте тогда тут спустимся, сначала посмотрим. Так, где тут? Требуется инженер, такой как Финала. Ага. Ладно, давайте искать инженера Финалу тогда, что уж делать. Что уж поделать? Давайте его искать тогда. Или ее, кто там? Че там АТ? Вот она где-то здесь, наверное. А, тут вообще выход. Блин, как они бьют-то меня? Вот за серию. Пипец, реально загришься. Все, ГГ. Первым. Так, сапожки разведчика. Не сапоги, заметьте, а сапожки. И все на меня бегут. А, я понял, эти так и будут стоять тут, да? Во-во-во-во-во-во-во! Ты, придурок, где там есть-то? Фига вылезли. Вот сейчас я пробел нажму, и такая жопа будет. Ха-ха-ха! Офигеть. Разорвали просто. Ха-ха-ха! Хорош. Пауза. А представляете, вот с точки зрения вот этого монстра, что произошло?
За секунду просто такой объем это, урона вылетел, просто все стерто. Взорвалось, блин. Пипец. Ну, а неплохо, неплохо. Так, а что у нас дает вот эта штука? А, взрывная шрапнель, отлично. Это как дробовик, в общем. Так, у нас получается, мы тут все вроде как осмотрели. Так. Да, там у нас проходов вроде как нет. Чуть там такой ходит. Вот, видимо, нам дальше туда надо. И инженер этот, видимо, там будет. Придется, видимо, еще раз вернуться сюда. Да господи, почему ты не идешь? Иди, пожалуйста, спасибо большое. Ой, как неудобно вот ползать по этим по экранам. Это просто кошмар. Потолок непрозрачный, просто атас. Зарез. Блин, пипец, просто разорвало их. О, опять как в этом, в Фейбл. Блин, опять кто-то появился сзади. Это курица, да? Здоровая, давай. Ну, отлично. Курица. Ну что, трупы? Блин, вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а чё у этого лоботряса, где щит? А, у него. А у него щит не показывался, чё? Я думаю, глючит, что ли? Щита нет, пипец. Так, окей. Какие-то лаги пошли, что такое? Ну давай, инженер, как там тебя? Вылезай. Мне нужно лифт починить. Мерзавец. Где ты там? Отлично. Никогда так не радовался банкам с маной. Просто пипец. Ой-ой-ой-ой, какая-то ловушка там. Бедняга там, не повезло. Смотрите, да, как потихонечку этот ландшафт меняется. Уже какие-то полуболота, что ли, пошли. То есть были джунгли, а сейчас такие болотистые джунгли. Были сухие джунгли, а теперь, видите, влажные. Ой-ой-ой, что там, что такое? Что-то кто-то шипит, что-то. Нижняя пещера, китрай. Так, пойдет. Вот сейчас опять вылезут, наверное, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди. Так. Какой мерзкий звук. Ой, какой там. Ну-ка. Хорош. Блин, ну вот это вообще нечестная штука. Пипец. Как бы ты там не прокачивался, у тебя есть вот эти супер удары, ты их нажимаешь, и враг просто исчезает, блин. Так, этот. Ой, какой мерзкий звук. Так, это что у нас? Броня плюс 3, а это что? Устойчивость... Что значит устойчивость к физическим повреждениям и броня? Блин, вот описание вообще ноль. Брони я вообще даже не вижу здесь. Где вот броня, описание? Что такое броня? Стойкость к огню, средняя общая стойкость. То есть это, наверное, на процент, насколько мы меньше получаем, правильно? Треугольный щит просто добавляет брони и все. В общем, что-то непонятное. Ладно, так, 15. О, по 0,5% уже стало блокировать, да, шанс блокировать. Поэтому, наверное, не стоит брать. Давай, наверное, тогда вот эту потихонечку качать. 4% по 2, понемножечку. Все будет меньше урона. А что зелье ман такое оранжевое? Кто-то дали оранжевое. Так, пока все берем. Какой мерзкий звук.
Плюс-минус одинаково все прокачиваются. Надо бы что-то на агро какие-то, да, на разочарование посмотреть. Что-нибудь типа такого. Так, давай, наверное, ману. Мана самая полезная сейчас. Урона у нас вроде, в принципе, хватает. Урона пока у нас хватает. А тут что, никто не хочет брать? Да гыз! Сволочи, кто не будет брать, нет золота это. Спасибо большое. Блин, какой мерзкий звук-то, просто кошмар, надо отсюда валить, короче. Шипение какое-то, черт пойми. Ой, ты что, дурак? Вот там и стой. Фига, блин. Меня чуть не съели. Так, сейчас вот он вылезает надо, да? Сюда она прыгает. Так, надо хелы поменьше жрать, чтобы у нас магия прокачивалась у этих лоботрясов. У обоих причем, они оба хилят. Так, метальная дальность стрельбы. А, подожди, это не то. Вот. Кровопускание. Мастера метального оружия предпочитает подпустить противника поближе, чтобы... Так. Шанс причинить кровотечение 10%. Урон 3 растет с ловкостью. Ну, скорость... Ну, давай, наверное, возьмем. Мне интересно, сколько следующий. Ух ты, 5,9. В два раза почти. И 15%. Ой-ой-ой-ой-ой. Это против боссов просто идеально, мне кажется. А если еще и стакаться, то прям вообще красота. В любом случае, возьмем парочку. Так, здесь хилка без вариантов. Все, погнали. Здесь хилка без вариантов. Че, вылезешь? Вылезает. Так. А, вот, смотри, какой-то главный квест. Че это такое? Ага, это нам показывает, что типа ядовитая штука, да? Могли бы мы его убить. Так, давай-ка вот так, и давай вот так. Блин, плохо, что... Где-то по кому попало, блин. Да-да-да. Так. Угу. Так, тут вроде ничего. Блин, интересно, нас сразу, наверное, убьет, я так понимаю, да? Ну-ка, их убивают? Им вообще по барабану. Им вообще по барабану. Ой-ой-ой, нифига там вон-то. Не слабо пронесло. То есть, получается, в принципе, выгодно. Сейчас нам... Слушай, а мы можем покачаться? Хэлла, ну-ка. Подожди, давай-ка. Во. Попробуем вот так, чтобы нас побили. О! Ну-ка, вон нахилится или нет? Ну-ка. По-моему, нифига, да, не растет. Видимо, только с опытом. То есть на прокаст это никак не влияет. Только с опытом. То есть мы, например, покастовали, а потом опыт получили. Наверное, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Там какая-то рожа. Давай-ка мы сначала набьем модификатор. Ой-ой-ой, там тоже рожа. Ага, вот все. Так, ладно, этот уже полез. А, ну, не такая уж и рожа, кстати. Так, какой-то проход, окей. Ну, сначала сюда. Там тоже рожа. Здорово.
То есть тупо банки маны можно покупать. О, хорошо, что вот эти забрались туда. Куда вы? Куда они убежали все? Так. Вот как вот очень не хватает кнопки. Развить все в округе. Было бы здорово. Блин, отсюда валить скорее, блин, этот звук с ума сводит меня. Так, все, отлично. У нас один проход. Поперли туда. Прошли бы эту чертову. Нет, еще не прошли. Хотел сказать, прошли. Хрен лысого. Так, кто-то зеленый там. О, инженер. Иди, там на берегу что-то ужасное. Оно всех нас поубивает. Спасайся, пока не поздно. Ух ты, нифига. И одежда сразу потрепалась. Как удобно. О, не сильный. Слабаки. Сейчас разберемся. Так, нас туда не пускают, да, я так понимаю? Или что? Или норм? Ну давай, наверное, там разберемся слева сначала, да? А, тот побежал уже, блин. Ну давай, ладно. Денег-то сыплется, пипец. Так, ну-ка пойдем вот сюда сначала. Да, маны уже, маны не хватает, надо реально ману прокачивать. Кстати говоря, нашей, этой, хиллерше тоже бы неплохо, наверное, ману было бы прокачать. Наверное. Так, блин, баллон, ты давай можешь загреть? Чуть по шапке не давали. Вот сейчас бы цепной-то молнии, да, какой-нибудь. Чик-чик-чик бы всех. Так. Ну, вроде... Вроде все. Синие кнопки, правда, не смотрю, потому что вряд ли здесь в этих пещерах, черт возьми, есть синие кнопки. Ну, типа, встроенные, знаете, в стену. Потому что тут вроде как, типа, природного характера здесь пещеры, поэтому вряд ли тут что-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, это манчкинцы. Каждый уголок заглянуть. Хорош. Так, у нас три. На вот это еще вызвать. Блин, надо, наверное, ей поставить бы это в автозаклинание, а то задрал меня каждый раз. А, я понял. Получается, раз, два, три. А, все верно, три. Блин, я и забыл. Я же поменял ей. Вот сейчас куда много сожрут. Вот эти вот, если все одновременно ударят, много очень отбирают, пипец. Так, у нас там куда-то вот сюда и... Давай, значит, направо тогда пока. Или давай налево, если там может, вряд ли может не тупить там. Я понял. Так, у меня мана закончилась, похоже. Да, мана закончилась. Ну, денег у нас, благо, много, поэтому сейчас вернемся. Небольшая проблема теперь с этим. Блин, все-таки еще раз убеждаюсь, как же круто, когда у тебя есть портал в город. Вы только представьте, если сейчас с двумя бы ослами, это было просто пипец. И, во-первых, они бы место занимали. Без порталов вообще нереально. То есть они место бойца бы занимали. Это просто, не знаю, это неприемлемо. Здравствуй. Да-да-да, я понял тебя. Да.
О, второй уровень. 53, а у нас... Ну так же, вот я не понимаю, а чё разница второй? Расстояние 10. А чем разница с первым? 10, 14. 53. Здесь 14, 53. Здесь 14, 53. Но поражат врага током. Вот уровень второй. Что-то я не понимаю. Давайте попробуем, конечно, взять. В чем разница? Блин, вообще что-то непонятно. Так, и... Так, ну и все, да? У нас остальное вроде все есть. Вот этой девахе бы надо, наверное, отдать вот этот дебаф. А, ну хотя мы тоже будем кастовать его. Окей, так. Она, во-первых, не может его еще, да? Окей. Так, давай продавать все получается. Реген здоровья, это ерунда. Продаем. Так, тут что у нас? 10,7. Так, это тоже надо продать. О! Вот это надо... Надо позырить, как это продать. Лук продать. Продать. 9 броню. Ерунда. Так. Брони. 9 брони. У нас сет. Продать. Лук, не знаю. Вряд найти магические вещи. Наверное, проще продать уже, чтобы просто на глазу. Бельмо на глазу не лежало, да? Так, через волка, окей. Все, отлично. Так, новое заклинание, давай сразу позырим. Второго можем призывать, кстати говоря, мы-то какого вызываем? А, ну второго вызываем, окей. Так, новых заклинаний вроде как нет. Вот какое-то новое. Возмущение магии. А, это баф, да, повышает урон от магии. Прикольно. Но у нас уже слишком много бафов. Есть только вот этому лоботрясу. Кидать. Давай, наверное, купим ему. Так, защита. Так, это ерунда. Мне хотелось посмотреть вот что. Рукопашная магия природы. Расход маны за атаку 13. Плюс 7 к урону. Нифига себе. А вот это? О, кража жизни. Вот эта вещь. Здесь у нас получается плюс 8 к силе. А вот это кража жизни. Вот это ему надо бы, конечно. Это ему надо. Их есть у меня. Так. Все получается. Так, книга магии. Вот сюда мы ее. Бенч. Он все равно только один сможет. Ближний бой 15. Так, призывать и какой-нибудь дебаф бы, наверное, повесить. Ну ладно, пускай пока хилит, окей. Так, девчуля. Так, книга магии. Где он там? Вот еще-то мы второй взяли вроде, нет? Или мне кажется... А, мы этого взяли, второй, да? Так, все, отлично. А, ну вот этот взяли, во. Так, урон от магии. Давай-ка мы, наверное, вместо... Критическому... Плюс 50 критическому урону. Это вообще просто дичь. Мне кажется, вот это просто имба. Вот, наверное, 7 здоровья, наверное, можно было бы попробовать убрать. А сколько добавляют? Магии 2. Вот мы так вот сделаем. Вот, пускай теперь вот колдует. Вот так. Все. Сейчас мы переключим, он должен сразу кастануть сейчас. А, ну уже висит, видимо. Окей. Так, мана. Взгляни мана. На мой... Да. Так, по-прежнему, наверное, вот эти, потому что эти более дорогие, за 75, это с ума сойти. Восстанавливают два раза больше, но они стоят пипец. А места у нас хватает, поэтому вот так вот возьмем. Сейчас самое главное, приоритет это мана. Приоритет это мана. А вот эти... Дороже 125, здоровье. Ну, такое, конечно, тоже их тратить. До тыщенки сейчас добьем. Вот так. Все, отлично. Все, погнали дальше. Так, сейчас будем сравнивать. Какой лешего? Вот этот второй? А чем он лучше? Я вот вообще, вот, честно сказать, не помню. Но не просто же так сделаю. Урон одинаковый. Что первым, что вторым. Может быть, там урон как-то этот самый разлетается побольше? Или что-то типа такого? Здесь его знают. Ну-ка. Тут хрен просто слишком много всего вылетает. Ой-ой-ой, это у нас главное. Этот
второстепенный. Гонов-то второстепенный. Мне кажется, главный сюжет — это уже все, конец пещер. Вот, а серенький — это второстепенный, поэтому давайте, наверное, туда сходим. Пипец там. Ходов-то. Так, ну давай, иди сюда. Блин, непонятно, вот ничем не отличается. Офигеть. Вот эти вот заклинания, конечно, имба-имбовая, пипец. Просто нажимаешь, и все исчезают. Офигеть. Ну-ка давай еще раз попробуем. 80. Вот 83. Так, а ты? 74, кстати говоря. Хотя урон вроде как показывает одинаковый, да? Пятьдесят восемь, 96 у обоих. Но этот наносит урона побольше. Второй. Офигеть. Чуть не померла. Блин, танку пипец огра не хватает. Какой-нибудь, знаете, просто бы за удар что-нибудь такое. И вот он не стоял бы вот так. Ну давай. Так что не бьешь-то? Все стоят, смотрят. Нормально вообще? Так, наверное, вот этим я побью, пока там разница небольшая. Но зато... Зато он атаку замедляет у них. Это может быть полезно. Вот так. О. Блин, пипец их там. О. Так, пойдет. Оу! Нифига вылез, блин, болван. Хо-хо-хо, сюда. Вот это хорошо было. Почему все стоят, я не понимаю. Все стоят и смотрят. Что за бред? Зараза какие. Так, что-то вот за этим поворотом сейчас будет. Блин, агро, смотрите, откатываться все быстрее и быстрее, офигеть. Все, уже опять откатилось. Мне кажется, это просто из-за убийства, неважно из-за кого, хоть много маленьких, чем, наверное, просто из-за убийства. Сразу дают. О, мы сейчас тоже качнемся. Отлично. Ну, примерно, кстати, выровняли, все примерно одинаково качаемся, да? Так, давай, физические повреждения. Здесь у нас получается мана. Было бы, кстати, неплохо бы, наверное, и ману и этой бы качать, блин. Но у меня там вроде нет ни проха. А, вот, расход маны минус 6. А, прикольно. Это общее количество маны, офигеть. Разница такая. Ой, блин, пипец. Так, скорость атаки, либо эту лабуду. А, что такое, смотри-ка. До двух поднялось. А, это, наверное, сет мы собрали, да? Прикольно. Уклонение больше и этот. Прикол. Так, вот, смотрите, то есть, видите, шанс критического выстрела и вот это, скорость атаки. То есть, получается, чем больше скорость атаки, тем чаще будут работать криты. Это прям вообще обалдеть.
Так, ну-ка давай мне вот это вот интересно. Вручение 18%. Побьем пока его. Потом дальше посмотрим. Так, давай посмотрим, что там на... Ой, блин. Сколько у вас довылезало, зараз. Ну, такое ощущение, как будто вот так как заклацываешь. Есть еще шанс определенный, что он еще раз стрельнет. Вот, видали, два раза сейчас. Блин, задрали, а. КП улетает, просто кошмар. Вот эти вот сосуны чертовы. Никак от них не защититься. Они все одновременно как-то начнут кастовать это свои высасывание хелов, и все, пипец. От них не увернуться, ничего. Просто тупо по факту прилетает тебе огромное количество урона, и все, ГГ. 30% обалдеть. Ну все, теперь хилка у нас, мама не горюй. Так, окей. Ой-ой-ой, вижу-вижу. Долго стоять-то, блядь, чё деру-то стоит? Я не помню, ты чё стоишь-то, блядь? Короче, надо, наверное, зеркалом уже долбить. Чтобы мы все одного били. Значит, это пипец будет. Попробуем зеркалом поиграть. Очень неудобно отступать, когда это пипец. Но, по крайней мере, хотя бы все одного будут бить. Так, хороший ритуальный посох, это надо глянуть. Эффективность лечения, во, сюда. Так, броня 24. Угу. Ерунда. О, крапивник, раз, два. Два, а что-то где, а где еще, а где бабуля? Я, по-моему, еще один покупал. Блин. Ты чё? Ладно. Так. Четыре к мане. Ну, вот, это намного лучше. Этот намного лучше. Так, броня у нас отстой. Маны больше дает. Спасибо, не надо. Так, ладно, все, погнали. Так, у нас тут вот. Сейчас заставка, наверное, будет какая-нибудь или что тут? Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, давай вот так. Офигеть. Так, а ты че? Блин, я понял. Я понял, она не била. Отлично. Так, я понял. Должен сейчас встать. Так, все хорошо. Хорошо с хилами, якорный бабай. Какая красота, да? Одно удовольствие. Вот хорошо, когда у тебя реально два на подхиле. Не один хил, а второй может поднять и даже этого хила. Блин, вот это прям обалденно. То есть вот вообще не пожалел ни разу, что прокачиваю. О, кстати. Можно сразу несколько бить. Что прокачиваю этому хилку. Клем разведчика, так ладно, все заберем. Так, ну и все получается. Сейчас было бы неплохо. Было бы неплохо найти портальчик. Вот, очень было бы неплохо. Очень было бы неплохо. Так, ну давай. Так, получается, у нас туда выход. Может быть. Ну, по крайней мере, не показывал, что там близко что-то должно быть, черт возьми. Ну, больно уж далеко будет обратно бежать, прямо мне горюй, поэтому было бы неплохо найти. Ой, вообще красота, посмотрите, уже откатился.
Кстати, мне кажется, вот эта вот хилка там... Это что такое вообще? А, это баф. Господи боже, да забафайся уже, забафайся. Да призови, что там хочешь. Все. Мне кажется, это не массовый баф, а именно на соло таргет. Поэтому она для каждого там кастовала. Так, мне кажется, или что-то тут есть? Мне кажется. По карте как будто синяя точка там. Так, го посмотрим. Очень надеюсь, что там сейчас будет этот портал. Было бы вообще отлично. Я там видел алтарь, не портал. Не очень, конечно, то, что надо, но хотя бы хоть что-то. Ну, портал, конечно, идеально был. Вон, видите, этот. Может быть, и там просто этот рядом, так сказать, в пустыню, нормально. Так, по квесту что-то там есть, по квесту. Мы не можем, сейчас только тут пройти, да? Да, тут уже дальше пустыня поперла. Так, короче, буйство вырубаем, ну нафиг. Так, порталы будут у вас, нет, граждане, товарищи? Мне потом опять сюда не бежать. Чтобы левклик тащить портрет для изменения порядка команды. Блин, пипец вовремя, да? Так. Да где есть знания? А, вот. Так, таинственного у нас нет какой-нибудь? Супер таинственный. Магическая мощь, магическая мощь. Ну, давай. Сюда. Сюда. Так, вон что там, кстати, что-то есть. Тиненько. Что это там такое? Крапивник. Ха-ха-ха. Скрыться от меня захотел. Я тебе, я все вижу. Как удачно, что мы крапивник нашли. Так, портала я пока не вижу, честно сказать. Вот это предательство. Вот, прям вот чувствую себя обманутым. Вот что такое вообще? Зачем вот это вот было? Очень надеюсь, что там какой-то город и там будет портал. Это прям было бы здорово. Но у меня такое ощущение складывается, что как будто мы что-то где-то забыли и в какую-то там ветку не отвернули, в общем. Что-то такое вот. А, ну молоток нужен нам, да, этот еще добыть. Какой мы левел уже? 16-й. Ну плюс-минус уже, кстати, наверное, можно было подраться. Так, призраки, это понятно. Там 22-е были, нам было тяжко. Но сейчас вот вроде как мы подросли до 16-го. Наверное, на 20-м туда ломанем и за кувалдой из этой чертовой. Думаю, на 20-м нормально будет. Наваляем там всем уже. Так, давай, вот какой-то... А, вот старикан-то этот. Ага. Значит, тебе удалось пройти через пещеру? Я очень рад. А, ученый, как тебе удалось попасть сюда раньше меня? Это не важно. Я должен открыть тебе ужасную правду, которую знал только что. А если б я знал это раньше, то ни за что бы не послал тебя в пещеры Китрай. Ты говоришь о том, что мы видели там, об этих призраках? Привидения? Вы видели их? Это все? Да, откуда, куда от них было деваться? Очень немногие могут их видеть. Ты постоянно меня удивляешь. Они связаны с болезнью? Конечно, связаны. Но на самом деле чума не болезнь. Эти привидения захватывают живые существа и превращают их в безмозглых тварей, лишенных разума. Эти погибшие души когда-то были бойцами в армии Зарамота. Похоже, ты знаешь больше, чем рассказываешь. Продолжай. Когда меч встретился со щитом, освободившаяся магическая энергия вырвала души из тел воинов, находящихся на поле боя. Их судьба была хуже смерти. Их души были порабощены и брошены в реку душ, текущую глубоко под землей и питающую лей-линии магической энергии. В протяжении веков эти страдающие души были заключены внутри кристаллов в глубине Кадеракских рудников. Затем, по приказанию Волдиса,
Темные маги собрали их кристаллы и выпустили в мир, чтобы плененные души могли выполнить свое предназначение — уничтожать своих давних врагов азунитов. Они завладевали телами людей и животных, а когда эти тела гибли в сражении, обретали желанный покой. Крепота. Кристалл, который вы уничтожили, был одним из сосудов, с помощью которого темные маги рассеивали по земле плененные души. Почему ты не рассказал мне об этом раньше? Прости меня, друг мой. Уже после того, как я отправил тебя в пещеру, я обнаружил среди развалин чумного лагеря улики, позволившие мне раскрыть всю правду. Если бы я узнал это раньше, тебе не пришлось бы так рисковать. А что было, то прошло, я здесь. Расскажи мне, что это за сосуды? Это кристаллизованная энергия лей-линий, хранящая в себе души павших воинов из армии Зарамота. Темные маги извлекают ее с помощью древних магических ритуалов и выпускают на землю, чтобы она вселялась в тела живых существ, способных убивать. Вот вопрос, но как они это делают? Какая тебе нахрен разница, как они делают? Вопрос, зачем они это делают? Что за дебил, главный герой? Как они это делают? Я встретил в пещерах многих, но они не захватили меня. И это естественно. Как я уже говорил, ты не совсем тот, кем кажешься, дружок. Мне хотелось бы лучше узнать тебя. Что мне теперь делать? Ты мечтаешь вернуться домой, и я не стану тебя задерживать. Ты имеешь полное право на передышку. Подожди, я и правда хочу вернуться домой, но я не буду отдыхать, пока не узнаю больше о том, что происходит с моим миром. Вот, ты чувствуешь ответственность за судьбу мира? У меня просто вариантов не было ответа другого. Отлично! Силам сопротивления нужна твоя помощь. Если они проиграют, ты можешь никогда не найти свой дом. Я сделаю все, что смогу, прощай. Так, и получается... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, ты пока не прощай. А чё это? А, я понял. То есть мы сейчас пройдем и, наверное, там какой-то портал будет, да? Очень на это надеюсь. О, портальчик сюда. Портальчик сюда. Так, у нас пустыня уже есть. Пустыня Азунай. Все, отлично, мы открыли. Поэтому, наверное, можно и прекращать. Ой-ой-ой. Живи, мужик, живи. Так, 15 левел они. О, слышу гнолов. Блин, они тут, по-моему, бесконечно будут переть, да? Ух, какие крепенькие. Хоть и 14 левел, но крепкие прям пипец. Да все равно вот кого-то увидел там, господи боже ты мой. Иди давай сюда, что там встал? Вот болван-то, а? Что происходит? Игра сломалась, что ли? Чё, блин, иди давай сюда, придурок. Так, ну что, ладно, ребятушки, давайте, наверное, на этом заканчивать тогда. И продолжим уже в следующей серии. А на этом всё, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.